Поздравляю с победой. Можно для начала короткий комментарий по игре? Спасибо за поздравления. Ну, хорошая, тяжелая игра. Молодцы ребята, блин, забили столько много голов. К сожалению, много пропустили, но ничего, самое главное – победа. Сегодня сложилась такая ситуация в составе, что у нас была нехватка защитников, и ты сыграл на этой позиции. Насколько тяжело тебе удалось это? Ну да, так сложилось, там ребята заболели, и травмы, и вот подошли, сказали, что нужно сыграть в защите. В принципе, все нормально сложилось, там ребята помогали, подсказывали, и тренера подсказывали, как бы, вроде нормально. В этом сезоне у нас определенно очень результативные матчи именно против Минского «Динамо». Что-то особенное с этой командой или такое стечение обстоятельств? Да я думаю, больше стечение обстоятельств, как бы такие, может, где-то какие-то нелепые голы или еще что-то, не знаю. Но они хорошо играют в атаке, очень здорово. Вот, много бросают, атакуют, как бы. От матча с Ригой тоже ждать много голов, потому что у них сегодня тоже результативная игра. Не знаю, игра на игру не приходится. Будем надеяться, что будет поменьше голов в нашу сторону. Как бы больше будем забивать, меньше пропускать. Всегда этого хочется. Самое главное – побеждать, идти вперед. Спасибо.